Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала Айдарю. Я недавно проходил игру с комментарием, которая называется King Tales Land of Bitterness. Игра очень интересная и вполне заслуживает внимания. Жалко, что просмотров и лайков было очень мало. Ну, в принципе, игра не особо известная, может быть, из-за этого. А также то, что я проходил с вольным переводом. Все-таки это тоже как-то разрушает впечатление от игры. Если, допустим, я переводил бы как есть, тогда бы было бы намного проще. Намного интереснее, мне кажется, смотреть. Ну, я решил исправить это положение. Решил сыграть в подобную игру из моей коллекции. В моей коллекции была такая игра, называется Tomb Raider Underworld. Переводится как «Расхитительница гробниц подземного мира». Вот. Я эту игру, конечно, не особо изучил. У меня нет особого там скилла, там, знания этой игры, чтобы там быстро проходить. Так как я в основном играл в King Tales, чем в Tomb Raider на телефоне. И поэтому я не особо изучил локации этой игры. Ну, надеюсь, что пройду с меньшими затратами времени. Я буду читать перевод, который перевел через машинный переводчик после прохождения игры. Возможно, также я пройду Симпсонов, а возможно еще я пройду. Ну, просто потому что мне показалось, что есть возможность перенастроить эмулятор для Симпсонов. И, возможно, я пройду с комментариями еще раз King Tales. Так, ладно. Музыка включена. Abus Mobile. Destructive Developments. Tomb Raider Underworld. Прекрасная музыка. Версия 1.4.6, 2008 год. Я не читал, потому что мне нравится эта музыка, мне показалось интереснее послушать эту музыку, чем мой разговор. Надеюсь, что было слышно. Больше эта музыка играть не будет, к сожалению. Дальше будут только естественные звуки. Я это ничего не читаю, я просто листаю, как видите. Так, ну начнем игру, значит, адвентюра, приключения. Зип, ты нашла его? Лара, терпение, Зип. Я предупреждал тебя, что остров был на редкость в Средиземном море. Редкость в Средиземном море. Зип. Ты уверена, что этот профессор Эддингтон знает, о чем он говорит?
Лара. Если он сказал, что отец убедил в том, что путь в Авалонду был здесь, у меня нет причины сомневаться в этом. Зип. Речь идет не только о сокровищах, не так ли? Лара. Я знаю, что мой отец был убежден, что моя мать была в Авалоне, и о том, что после 3 артефактов Тора может привести нас туда. Зип. Если Билдерс для меня там, внизу, тогда я уверен, что ты это сделаешь. Билдерс это как раз Билдерс Томб, это первая локация, это первого уровня, с которого мы начинаем игру. Это гробница, Томб это гробница, а Билдерс это скорее всего название гробницы. Лара. Подожди. Что-то просто предложи исследовать, чтобы выяснить и посмотреть, найду ли я вход в Билдерс гробницу. Лара. Зип, ты видишь там наверху, там что-то такое? Зип. Эй, Лара, похоже, ты нашла свой путь. Билдер гробницы. Держи ухо востро для любого из артефактов, который Тор может покинул. Бехинд. Ну, машина не перевела, что такое Бехинд. Ну, здесь предлагается, ну, рассказывается, как подняться, как прыгнуть и всякие такие опции, которые не особо интересны. Ну, я просто пролистал, не стал читать. Первая статуэтка. Я проходил игру с комментариями, но не знаю. Ну, написано опять, что делать, какие кнопки нажимать. Вторая статуэтка. Это больше всего похоже на подоконник, на перила. Ну, что-то такое уж. Только каменное. Ну, бежите и или нажмите 4 или 6. Ну, понятно. Например, так имелся в виду, скорее всего. Для ускорения там. Можно, конечно, пытаться пройти на время, но я не особо изучил эту карту, эти локации. Да. Я не знаю там, что, как. Вот еще статуэтка одна. Вот еще одна. Иногда нажимаю не на те кнопки, но так как, допустим, 1 и 4, они рядом располагаются, и один, цифра 1 не присвоена, то как-то все это попроще. Не особо наказывает то, что случайно не на ту кнопку нажимаю.
Но бывает и то, что, допустим, наказывается, особенно во время прыжка, нажмите 0. Ну, чтобы достать пистолет, чтобы выстрелить. Пока он мне не нужен. Просто так достану и начну стрелять. Чуть не попался. Так. Тут написано то, что как перемещаться по меню, выбрать, ну, чтобы определенные, допустим, автоматически на ноль, допустим, я нажимал, и вместо пистолета что-то другое было. Ну, в инвентаре, менять инвентарь. Ну, нажмите выбор, чтобы выбрать. А, нажмите Select, чтобы в меню в правой клавише, левой клавише и 6, чтобы переместиться. Ну, а нажмите объектив, чтобы и выберите PDA в инвентаре. Объектив, меню PDA, видите лист с объективом. Но этим функцией я не пользовался, но пример представляю, что это такое. Здесь можно прочитать сообщения, которые были. Ну, здесь показано, как подняться наверх. Нажмите на двойку. Ну, я понял, когда я играл с комментариями, что здесь на какую кнопку нажимаешь, ну, на какой стороне располагается рука, на такую кнопку и надо нажимать. На такой стороне. Если там можно было что-то делать. Можно было. Так, ладно. Аптечка. Ну, пойдем за аптечкой. Так, сейчас она спустится. Высоко слишком. Ага, спускается. Ну все, выход.
Как видно, что уровень еще не закончен, продолжение идет. Так, взять статуэтку. Вы должны нажать, собрать пазл, чтобы разблокировать дверь. Единственное, что могу без переводчика перевести. Так, блин, куда ты идешь? Да ё-моё. О, нет, там что-то было написано. Ну, чисто из-за того, что с клавишами я не особо разобрался. Вроде сколько играю, а никак не могу привыкнуть к этой клавише. Ну, тут простая задача была. Еще проще, чем та, которая до этого была. Пазл разблокировался. Ну, теперь я могу играть в пазл. До этого я не мог. Ну, где я? Где дверь? А сколько у меня? Потерял я что-нибудь? Вроде нет. Все. Лара. Эй, мне удалось добраться до кнопки, не попав в ловушку, и меньше тварей, о которых нужно беспокоиться. Сразу надо взять пистолет и застрелить зомби. На самом деле это не совсем может быть зомби, это может быть просто хранители, гробницы. Так даже, наверное, правильнее будет звучать, что это хранители гробницы. Все-таки она... Давай, давай. Сюда. Все-таки она похищает сокровища. Я не смотрел фильм «Томб Райдер» и не играл в эту игру. Я единственное помню сюжет. Ну, начало Том Райдера, когда по телевизору случайно увидел, когда она выполняла опасные трюки. У нее была специальная там на компьютере выполнена программа, которая создавала различные опасности, которые она легко решала.
Ну, например, там копья могли выстрелить, или там булыжник, там еще что-то, лук выстрелить, там, ну, всякие-всякие там. Так, сколько я набрал? 10, все. Это предел, по-моему. Максимально 10 количество статуэток. Так. Чуть-чуть не допрыгнул. Ладно, ничего страшного. Да, спидран, конечно, не получилось бы, даже если бы знал. Потому что я не особо надо не совершать ошибок, чтобы спидран пройти. Но там можно попытаться пройти спидран, и даже игра позволяет это сделать. Boulder Top 1. Level completed. Time trial. Unlocked time trial. Как раз это и есть, где можно через спидран пройти игру, найти все сокровища. Ну, лучший результат имеется в виду спидрана. Zip. Ты обязательно найдешь вход в склеп Болдлера. Вот ты где найдешь рукоятку Тора. Лара. Хорошо, я присмотрю за этим. Зип. Лара, пойми меня, извините. Зип. Ходят слухи, что Кракен живет здесь на протяжении веков, но не принимает посетителей. Лара, поймите меня правильно. Я буду осторожна. Все, что ли? Так. Там была статуэтка, ее надо взять сразу же. Да, блин. Да. Ну вот, ошибки всякие случаются как раз, когда с прыжком связаны они. С другой стороны, тоже статуэтка была. Там три статуэтки здесь имеется в виду. Вот это, которое собрал, еще две. Слава богу. Вот сейчас один будет еще. И снизу. Здесь не страшно упасть. Здесь как раз самое опасное место. Ну, Лара с легкостью проходит это место. Так. Ну, тут написано,
как использовать веревку. Здесь просто располагается вот этот вот если я прыгаю сюда. У нас тут еще дальше, по-моему, можно. Или нет? Нет, нельзя. Прыгаю сюда. Нажимаю на пятерку и несколько раз, чтобы медленнее, чтобы травму не получила Лара. Тут написано, как перемещать блок. Вот все переместили. Сейчас поудобнее прыгну. Аптечка. Третья по счету. Я тогда собирал аптечки, и мне было интересно, сколько я соберу. Я просто их не использовал. Мне не было особой такой надобности. И здесь тоже, наверное, так же будет. Достанем пистолет. Все, добили. Тянула Лара. Вместо того, чтобы... тащить за собой. Тянуть. Так, пистолет. Тянуть, конечно, сложнее, чем тащить. Сразу пистолет в ноги. Прикольно, конечно, стреляет и огонь. Прикольный. Хорошо, что бесконечное количество пуль. Внизу я видел, что тут ветка осталась. Блин. Но не в этом месте, по-моему, еще ниже было. Мне казалось, еще ниже. Возможно, туда добраться надо было. Каким-то способом. Кстати, сколько клеток я набрал? 4. Ну, еще одна осталась. Вот это что ли статуэтка осталась у меня? Так. Здесь нет статуэтки. Но есть подняться наверх. Поднимемся. 1, 7, 6, 7, 9, 1, 7, 1, 4.
9, 3. А вот институт я как раз 6. Чекпоинт. Теперь надо открыть дверь. Здесь я помню, что все симметрично, но самое безопасное это место. Ну, нажмите на кнопку. Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится. Ну и все. А нет, не все, там же еще приложение должно быть. Вот приложение. Они разделены на две части. Дверь открывается вроде следующей локации. Собрать пазл. Ну, это простой пазл, конечно. Единственное, то, что может подвести, это Лара. Эй, мне удалось добраться до кнопки, не попав в ловушку. И меньше тварей от каждой нужно беспокоиться, о которых нужно беспокоиться. Надо повторить одну и ту же фразу. Сколько я набрал? Так 7. Еще 3. Еще спрятано 3. Я по туториалу понял. Два вида ловушки, даже комбинации из одной к другой перешли. Для разнообразия, видимо. Вот еще. Тянет, тянет, тянет. Это самое сложное тянуть. Тащить проще. А, там же все равно туда надо идти, там тоже. Теперь тащит. Восьмая. Ну еще две остались. Пистолетик. Через каменные плиты. Как-то пуль доходит. Ну, немного облегчил себе игру. Так. Аптечка.
Еще что-то внизу было, или не показалось? Видимо, показалось. Блин. Ладно. Жизни мало. Если будет чекпоинт, будет все намного проще. А здесь ждет нас Кракен. Надо вылечить себя. Еще нельзя упасть. Но все намного проще было, значит. Все, убили Кракена. Все было намного проще. Она все равно не упадет. Пока там Кракен. Так. Ну, возьмем аптечку. Ну и остается вот этот. Так, надо вниз нажать. Вот. Лара. Зип, я нашла рукоятку молота Тора. Зип. Прекрасно, Лара. Давай поймаем тебя. Убирайся оттуда. Лара. Зип. Лара, вы там? Лара. Зип. Все хорошо? Лара. Да, я в порядке. Что-то странное только что произошло. Когда я взяла в руки рукоятку из молота Тора, я увидела видение. Зип. Что ты видишь? Лара, я вижу видение, перчатки Тора. Зип, что за перчатки Тора? Лара, его предали за то, что он был мощное оружие. Перед смертью моего отца он упомянул. Часть перчатки спрятана в катакомбах в поместье Крофт. Ну, видимо, богатые поместье Крофт. Видимо, она была богатой. Это Лара Крофт. Зип, ваш человек, возможно, говорил правду. Это лучшая подсказка, которая у нас есть. Так что ты должна проверить и расследовать. И, по-моему, там авиакатастрофу попали. Ну, я поправляю себе. Это выход. В авиакатастрофу попали, и поэтому...
Level completed, time tutorial unlocked. Лара Крофт, ну, сиротой росла. Это в процессе игры, потом мы узнаем об этом. Zip. Привет, Лара. Аманда, твой старый соперник, вернется к месту происшествия. Я продолжал следить за нее поездками. У меня для вас есть хорошие и плохие новости. Лара. Это звучит дружелюбно. Сначала сообщите мне плохие новости. Zip. Хорошо. Твой старый друг Жасмин Матла появится снова. Лара. Вот в чем проблема с ее бессмертием. Кажется, она никогда не исчезнет. Zip. Хорошо. На самом деле это хорошая новость. Новость плохая заключается в том, что Аманда каким-то образом заполучила Матлу Жасмин в тюрьме. А. Лара. Что, черт возьми, делает Аманда? Что она хочет? Сип. Аманда ковыряется в ее умах и использует ее для артефакта. Они говорят о нечто, называемой Змеей Миогарда. Змей Миогарда – это из легенды о Торе. Это тоже из Марвеловский персонаж. Это своего рода змей, который в виде эфира может превращаться и, допустим, в огромного змея, может быть, просто в пространстве быть, может ядом убивать, может еще как-то, ну. А на самом деле он взят из оригинального мифа про змею не Мидгарда, а более восточно звучит ее имя. Так. Змей Мидгарда? Я удивляюсь, почему она ищет это. Посмотрим, сможет ли она еще раз увидеть информацию об этом. Zip. Об этом? Zip. Ты нашла свой путь к катакомбе. Теперь нужно найти и записи твоего отца. Некоторые подсказки представляются вероятным, что Тор сломал где-то здесь тоже. Ну, где-то здесь располагаются его сломанные части молота, имеется в виду. Это машинный перевод, так что как перевелось, так перевелось. Сердце. Это похоже на турник, но сомневаюсь, что здесь будет турник, допустим. И, скорее всего, может какая-нибудь это свая забитая. Ну, не свая, что там что-нибудь такое, типа колышко.
А у меня нету, чтобы открыть дверь. Ну там специальный типа ключ. Не совсем ключ, а артефакт, который открывает дверь. Вторая. Так. Ну, я знаю, где это располагается. Я найду этот артефакт. Она здесь располагается. Пониже которой. Да ё-моё, жизнь, жизнь. Надо всё-таки себя подлечить. Тогда я не лечил и более аккуратно проходил вроде. Здесь летучая мышь, которая меня бесила. Я не знал, как с ней справиться. Вот, я взял этот артефакт. Ну, пойдем тогда туда. Раз я взял, возьмем то, что было там. Там дверь откроется и будет ключ просто. Но через чекпоинт мне сохранился ключ. Обидно, конечно, что приходится умирать несколько раз. Так, инвентарь. Ключ-то сохранился? Нет, не сохранился. Все-таки надо вернуться с ключом. Потратил же зря, конечно. Здесь, кстати, тоже летучая мышь. Но она не будет мешать. Так, пистолет. Возьму то, что мне надо. И пойду. За... настоящим ключом. Так. Я знаю, что здесь можно так упасть и с этой стороны и не пострадать, потому что там находится ну вот это как раз как тип турника уж. Ну, то там тоже рискованно, там надо помнить примерно. Сейчас удачно прыгнул. Ну и возьму то, что здесь было. Да, нажму. А здесь обычная кнопка, да? Обычная кнопка. Ладно, иду туда. Блин. Ну, чекпоинта не было, да? Или был? Не был чекпоинта. Поранился. Так.
На этот раз она не хвастается, что нажала на кнопку. Так, чуть не упал, чуть не упал. Просто упасть можно, можно, да. Так, идем. Я помню, что сюда лучше зайти в первую очередь. Патроны. Да блин. Забываю, что здесь не так безопасно. Тащим. Так. Сейчас. Три. Это письмо. Дорогая Лара, если ты читаешь это письмо, значит ты ищешь ответы на четыре материнских вопроса. Это путь, по которому я надеялся, что ты не пойдешь. Это опасно и рискованно. Исследования, взятые из мифа о мировом древе, также оказались плодотворными. Устройство под названием «Мергатские змеи». Мир состоит и в том числе из змей. Описываем мир, но на самом деле его цель – направить энергию к тому месту, где встречаются две океанические тектонические плиты. Его активация приведет к полному опустошению. Я убежден, что найти свою мать ты должна следовать по следам Тора. Молот Тора должен быть найден в Волгале. Молот Рукоятка Тора сформирует молот Тора, который ты сможешь использовать против змея Мидгарда. Дважды приветствую твой любящий отец. Все, письмо я заполучил. Двигаюсь дальше. Здесь спускаться, не спускаться, еще не совсем знаю. Да, похоже, спускаться придется. Так. А все, конец. Ну, по-моему, не совсем конец. Это же не только я за письмо пришел. Еще что-то я должен получить, какой-нибудь ключ или что-то такое. Там письмо было. В ту сторону пойду, там может еще что-нибудь будет. А чекпоинта и не было, да? Чекпоинта не было, так что придется за письмом еще раз пойти. Но вначале, перед тем, как пойти за письмом, я хочу
посмотреть, что есть там. У меня нет такого ключа. У меня нет такого ключа, к сожалению. Ну ладно. Поищем, что есть. Там еще выше можно было подняться, но дверь заблокирована. За письмом пойду опять. За патронами. На этот раз аккуратнее пройду. Так как я уже изучил, что там есть. Вот какой опасный путь до этого письма. Но это говорит о том, что даже отец ее был рискованным человеком. Отец Лары Крофт, скорее всего, погиб. Можно было, конечно, не листать, но так. Я взял, по-моему, да, там? Да, взял. Ну, тогда пойду дальше. Так. Так, ну, я только до этой части дошел, посмотрел, что там есть. Прочитал письмо от отца Лары Крофт. Теперь последовательно буду открывать следующую дверь. Я еще не нашел. Красный ключ. Я нашел ее, но применил для другого. Вот для этого, который внизу располагается. Чтобы открыть ту дверь. Так интересно, мыши летучие погибли или нет, раз я их убил.
Здесь должна быть летучая мышь, но ее нет. Так. Вот летучая мышь. Артефакт. Не артефакт, а статуэтка. Чуть-чуть поранился, чтобы убить. Ладно, хоть. Так, просто кнопку нажать. Так. Я пытаюсь нажать 5, а вместо этого нажимаю на двойку, допустим. Ну и заходим. Но перед тем, как зайти, может, еще возьму. Так, тут вспомнить надо. Но все равно там что-то ключ или что-то найти надо, поэтому пойду вперед. Сейчас я подобрал, что ну, у Тора головка молота. Просто так. Я помню, что если, допустим, прыгнуть сюда, то она не допрыгнет. Поэтому только спрыгивай. Но я взял синий. Синий, скорее всего, там. Ну, блин, куда упал? Еще чекпоинта не было. Заново проходить. Да я, блин, забыл, что там летучая мышь. Ладно, все равно я ее убью. Да, даже сейчас могу. Хотя с такой высоты она спрыгивает, что, мне кажется, разницы не было бы, что спрыгивало, что... Так. Ну, опять, что такое? Опять с этого же места. Пистолет заранее. Потому что я знаю, что там враг. Села. Голову молота Тора. Мне не хочется говорить головку. Просто это как
Не очень звучит. Другие ассоциации. Да, у меня есть кристалл. А, ключ надо. Я не заметил, что тут ключ нарисован. А, значит, надо подняться до ключа, дойти. Все понял, ладно. Учту. А, понял, где ключ. Все. Все понял. Ранит когда-нибудь или нет? Так спуститься можно. Там дальше можно пройти. А ключ, по-моему, находился. Или нет, или там не ключ был. Там именно. Надо было найти еще одну. Скорее всего. Так, что у меня в инвентаре? Синее. Синее, да? Что-то я плохо запомнил. Ну, пойдем дальше посмотрим. Может, найду там. Мне казалось, что все рядом располагалось. Видимо, я ошибся. Возьмем это. Красиво вращается. Так, убить летучую мышь надо. Блин, куда ты прыгнул? Так, взять пистолет. Как раз летучая мышь удачно стояла. Здесь. Да нет, по-моему, здесь не было. Нет, сразу выход здесь. Зеленым ключом. А у меня нет зеленого ключа. Значит. Значит, не здесь.
Значит, получается, чекпоинта не было, да? И... А, все равно же ничего не нашел. Хотя нет, я там... Ну, в принципе, до этого можно дойти. До того места. Да-да, там остались статуэтки, все это, чекпоинта не было. Ладно. Зачем я сюда иду? Здесь, по-моему, ничего не было там. Нет, вроде ничего не было. С другой стороны было. Здесь блокирован, да. С другой стороны было, но придется так делать. Просто мой персонаж не допрыгнул тогда. Лара Крофт не допрыгнула, где хотел. Так. Да блин. Стоять долго нельзя. Здесь удачно можно упасть, а может неудачно. Попытаюсь счастье. Вот, удачно. Так, иду туда же. Летучей мыши больше нет здесь. Синий. А что получить? Вот как раз синий ключ мне нужен был. Не прыгай, не прыгай, не прыгай. Так. Ну, еще может там что-нибудь исследовать. Ничего там нет. Вот чисто за этим ключом. Теперь надо снова идти туда. Получается ключ. А. Надо было дойти до конца и потом взять ключ. И опять сюда вернуться. Ну, в общем, запутали эти разработчики. Мне казалось, что все в одном месте располагается. Что можно найти. Допустим. Ну, здесь, конечно, так и так синий ключ располагался. Дверь синяя. Чтобы взять синий ключ, надо было
синий кристалл приложить к двери. Артефакт. Я, конечно, не понимаю, что тут за артефакт воспринимается в этой игре. Для меня здесь... Это кристалл ключ, допустим. А, допустим, он собирает статуэтки. Так, я сюда направляюсь. Разработчики игры, конечно, тут немного спутали, сделали похожими вот эти вот локации. Так, идем сюда. Вот ключ. И там найдем еще недостающий какой-то ключ, который ну, зеленый ключ. Тут еще не артефакт уж, статуэтка. Я не думаю, что это артефакт. Я, конечно, не знаю, что такое артефакт, но в моем представлении это что-то более существенное, чем статуэтка какая-нибудь. Так, и туда можно спуститься, и сюда. Разница есть. Ну, разница с ветки единственная. А там ничего нет. Так что не зря туда не спустился. Да-да, я помню, что там есть такие вот локации, где... Благодаря тому, что я снимал с комментариями, это как-то ну, враг несерьезный был. Это уже последняя дверь, ключ к последней двери, и будет уже выход. Могу, конечно, дальше ее продолжить, но... Кстати, я наверх поднимался, может там артефакт какой-то остался. 8 собрано, там осталось, наверное, 2, так что все в порядке, не должно быть ничего. Хотя там что-то шипы какие-то, ну попробуй давай исследовать. Хотя там был, наверное, или не был. На это и есть те же самые шипы, и я здесь, похоже, был. Я здесь взял какой-то этот, видимо, кристалл.
Понял, все, понял. Ну и все, значит. Выходим. Ну, здесь все, значит, мы нашли то, что надо было. Уходим отсюда. Так. Так, ускорит меня или нет? Наверное, ускорит. Нет. Так. Я чуть-чуть немножко запутался, конечно, здесь. Там стена. Ну, наверное, сверху надо, сверху, скорее всего, да. Еще окажется, что не сверху ты вообще. Да, похоже, не сверху. Я ошибся чуть-чуть. Ну ладно, я по этой пойду дальше и... найду, как добраться. Хотя, может быть, и отсюда можно. Нет, отсюда нельзя. Но туда добраться на открытое. Нет, ну добраться-то надо где-то туда, как? Что-то не помню. Хотя только что спокойно добирался. Да, просто... Да. Не видно было снизу, что там не пропасть, а... Блин, надо вылечить. Лара Крофт, хотя бы так. И причем я нажимаю в любой момент, и она прыгает только когда надо. Ну все, 10 статуэток я вроде собрал. Должна быть 10. Сейчас посмотрю. Да, 10. Все, значит, больше статуэток не будет. Я не убил.
Летучая мышь. Все, сейчас. Понял, понял. Я зря переводить собирался. Там нет перевода. Просто сейчас она откроется и все. Игра пройдена, наверное. Да, level completed. Time trial unlocked. Лара. Привет, Зип. У тебя есть какие-нибудь идеи, почему Аманда и Натла должны разблокировать змеи Мидгарда? Зип. Аманде нужен бог, чтобы поднять змеи Мидгарда. И Натл единственный древний бог. Я знаю, если Нильгардский змей так силен, как говорят нам мифы, Аманда могла бы потребовать выкуп за весь мир. Лара. Что ж, если я увижу Натлу, я возьму ее с собой, чтобы попытаться помешать плану Аманды. Я читала записки моего отца. Они упомянули голову молота Тора. Я должна найти именно это оружие, необходимое для уничтожения змеи Мидгарда. Зип. Звучит здорово. План. Лара. Я вижу, что я могу сделать. Зип. Аманда была здесь и ушла. Несколько вещей позади. Нам нужно освободить эту пленницу. Натлу. И найти голову молота Тора. Просто кнопка. Внизу там, по-моему, это есть. Да, вот этот проект хотел сказать. Чекпоинт. Так. Здесь я плохо помню, конечно, что и как. Но попытаюсь что-то в пределах своих сил. Тут заблокировано.
Ё-моё, убил. Да я еще упал. Опасно. Так. Ну, я понял, там ничего нет, по-моему. Просто надо спуститься. Вот. Примерно так. Не думал, что с такой высоты она... Иногда с такой высоты падает, и ничего не бывает с ней. А иногда с такой высоты она начинает здесь я, наверное, рано, потому что я что-то еще не взял. А он находится с той стороны. Да, скорее всего, рано. Мне надо как-то допрыгнуть. И туда, и сюда. Не помню, в какой стороне лучше. Ну это вперед пока так. А, вот. Ну, значит, правильно, на правильном пути. Решить эту головоломку. Чуть-чуть усложнился еще. Так. А здесь уже... А, 13. Ну, 13 вариантов это... Единственное, что здесь... Так. Я, по-моему, даже эту головоломку решал, мне кажется. Возможно, они повторяются. Синий ключ. Ну, наверное, там синяя дверь как раз будет с этой стороны. И нашиву, как я сейчас упал страшно. Ладно, хоть чиппоинт здесь был. Прям на шипы упал. Ах, не тучи мышь вообще. Ну, я нажимаю. Единственное. Здесь нет, здесь пропасть. А подожди, синий ключ. Разве он не там? Ну, сейчас проверим. Да, как я говорил, тут они рядом могут быть. Еще какой-то зеленый кристалл взял. Так. Куда интересно ведет.
Семь, шесть, четыре, один, один, девять. Все. Наверное, как-нибудь из этих аптечек или там. Даже сверху можно посмотреть, что там есть. Ну, а вот это полезная вещь, конечно. Это полезная вещь, за ним действительно надо идти. Блин, ладно. Вниз, 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 смотри вниз. Ну, там полезные вещи были, надо было, конечно, взять их. Пистолет может быть не такой полезный, но... Остальное, вот перчатка. Это перчатка Тора. Сейчас посмотрю. Да, Тор. Глови. Хотя там тоже не исследованное место есть, так что можно туда сразу пойти. Я знаю то, что, где там располагается еще кое-что, какой ключ интересный, нужный ключ. А, здесь, по-моему, артефакт. А, нету артефакта. Да. Взял, наверное. Просто забыл об этом. Не артефакт, а, хотел сказать, статуэтка. Ну, здесь. Здесь мне не дадут, скорее всего, потому что... Ну, чисто здесь тут ветки и вот эту красную. Чекпоинт, лишь бы был чекпоинт. Не хочется терять все это. Или сразу вылечить себя. Зеленый ключ у меня нету. Или есть? Есть. Да, по-моему, за этим зеленым ключом как раз и надо идти. Но это не основной ключ. Там есть другой, более нужный. И все.
Да, все. А, чекпоинт, все, я сохранился. Она, по-моему, не допрыгивает, или допрыгнет она, допрыгнет, скорее всего, допрыгнет. Но есть место, где она не может допрыгнуть. И вот эта локация сделана симметрично. Можно даже перепутать. По-моему, все здесь взято. Да, здесь все взято. Так. В общем, зеленый ключ у меня есть. Пропасть. А, кстати, в той пропасти и располагается, по-моему. Вот это. Ну все, я теперь должен уйти отсюда, потому что... Так. Ах. И на этом месте, где... Мне надо как-то тут добраться. Как? Так. Так это похоже, может помочь. Не знал, что я дотронулся. Опять мимо. Ну, понятно, понятно, все. Значит, все, я с зеленым ключом пойду на выход. Здесь же ничего не было. Такое ощущение, как будто ничего там нет. Кстати, сколько у меня статуэток? 4. Еще одна осталась. Наверное, как раз в двери. Хотя, мне кажется, здесь тоже статуэтка должна быть. Я даже, по-моему, уверен, что здесь статуэтка должна быть. Да, здесь. Еще там статуэтка.
Но я проходил все-таки. Помню кое-что. Да блин. Ну я взял же, по-моему, да, статуэтку. 4. Нет, не взял еще. Еще раз возьму. И прыгну аккуратно. Я, кстати, ключ взял. Ключ взял, это взял. Красный есть у меня. Блин, тварь, тварь, тварь. Все, добил. Там пусто должно быть. Дверь-то сверху должна быть, дверь. Хотя можно проверить. До конца дошел. Так. Да блин. Ладно, зеленый ключ у меня есть. Самое главное — это зеленый ключ. Хотя там красный, что-то мне подозрительно. Красный, да. Понял, кажется, понял. Кажется, я понял. Все. Пауза. Так, паузу и так сделал просто. Я, кажется, понял. Нет, назад нет смысла идти, по-моему. Если пойду там.
Как выход, да. Это выход. А мне надо... Может, сверху. Да блин. У меня сверху ключ. Все, ясно. Не на том месте. Возможно, где синяя дверь была. Это красная. А вот красная как раз. Красная вот дверь здесь. Чуть-чуть не допрыгнул и забыл об этом. Красный ключ. Для чего? Да, красный ключ. Там еще была синяя дверь. Синяя дверь, скорее всего. Красный ключ нужен был. Оттуда я не мог добраться, значит. Сейчас... Да какой А? Опять лечить надо Лару. Ну, пусть полная жизнь будет. По-моему, сверху я шел. Что найти? Нет, 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 не сверху, видимо. Хотя здесь можно нельзя. Ну, будем поэтому спускаться, подниматься. Чекпоинт. Вот синяя дверь. Мне надо попасть туда. Я помню, где секрет этот находился, и я специально пошел попозднее, тогда, когда надо идти туда. Я нажал не на ту кнопку, поэтому она чуть-чуть спустилась вниз. Все разблокировано. Я туда должен попасть, в ту сторону.
Я помню, что в той стороне. Но как я туда попал, я что-то не помню. Так, наверное. Да, вот сюда я должен попасть. Все, здесь дверь должна быть. Или я путаю что-то. Вроде здесь была дверь. Здесь я был, по-моему, ничего не было. Ну ладно, пойдем так. Здесь ключ просто был. Подожди, подожди. Ну, это ключ недостаточно. Еще что-то должно быть еще. На этой стороне должна быть. Это выход. Там ничего нет, да? Странно. Мне казалось, что здесь. Так. А что мне какой инвентарь остался? Красный ключ. Красный ключ. Но где-то должна быть еще одна дверь. Где-то еще одна дверь должна быть. Может, с той стороны. 7, 3, 3, 6, 7, 4. Как я говорил, я не особо изучил ее, но по памяти мне казалось, что здесь. И в той стороне почему-то. Наверх или вниз. Попробуем сначала наверх. Вниз всегда можно спуститься. Нет. Ну, на всякий случай вниз. С обрывом, да, с обрывом. Так.
Еще ниже можно спуститься. Понял, тут все понял, да, понял. Да, здесь ничего нет, значит, ничего не осталось. Ну где-то же я видел. Здесь опасно. Где я видел, я чуть не помню. Ладно, спускаюсь, потому что нечего ж там делать. Может, я с этим путаю. Скорее всего, с этим я путаю. Подожди, я почему? Да, скорее всего, с этим путаю, потому что там тоже такая же примерно лестница. Да, здесь с этим путаю, я, видимо, спутал. Сейчас проверим. Блин. Чекпоинт. Да, я с этим путал. Просто не похоже. Я запомнил примерно. Здесь я не знаю, что есть. Допустим, спустимся. А. Седьмая. А ниже еще можно спуститься, по-моему, нет. Нет, нельзя. Ключ. Давай откроем ключ. Теперь понятно, что делать надо. Ну, в общем, на одном дыхании, скорее всего, пройду это. Не буду как с Книг Тейлосом. На 2 дня растягивать. Хотя прошлое прохождение. Ну, имеется в виду, я когда проходил эту игру. Блин, ну как туда попасть? Когда я проходил ту игру, там, по-моему, сверху. Там на 4 часа, что ли, растянулась и запись. 3 дня запись делал. Здесь так можно было спрыгнуть. Толку не было. Это же с той стороны. Не с этой стороны. Я же все правильно понял. Что с той стороны. А там заблокировано.
Так, еще раз. Тут 2 часа. 2 часа. Запись идет 2 часа. А как до тут добраться, что-то я не заметил. Не обратил внимания, слишком обрадовался, что я нашел путь. Кстати, сколько у меня? Статуэток 7. Еще надо найти 3. Для полной коллекции. Сюда надо. Она не упадет? Упадет. Блин. Но чекпоинт я же прошел, по-моему. А нет, нет, не прошел еще. Получается, еще я оставил вот эту статуэтку. Конец здесь. Ключ. Блин. Ё-моё. Не обратил внимания, что можно было так. Кстати, статуэток 7 у меня, да? Да, 7. Ну и все, значит. Вот, я пошел за этим ключом. Вот, статуэтка. Е-мое, опять это пустыня. Успела поранить. Так, ну и пошел я с... Мне кажется, тут я так я не полный набрал. Еще надо статуэтки. Вот еще одна статуэтка. Да тут допрыгнуть надо. Дальше слезать аккуратно. Блин, куда? Нет, чекпоинт. Что за чекпоинт странный? Чуть-чуть. Да блин. Вот это все опасно, конечно. Ё-моё, еще этот вурдалак, ё-моё. Кровосос. Надеюсь, допрыгнет Лара. Допрыгнула. Ну, я чисто за этим ключом пошел, и все. Там больше ничего нет. Кстати, сколько я набрал инвентарей. 8, еще 2 не хватает. Где-то не нашел, видимо, еще 2 статуэтки.
Так. А теперь все спокойно. Да блин. Добрый нельзя. Вот шипы, которые из-под стен, тоже непонятно, конечно. Вот шипы, которые из-под плиты, понятно. А из-под стен что-то не совсем понятно, как это выглядит в реальности. Так, мне надо допрыгнуть. Да блин, чекпоинт-то был хоть какой-нибудь. Да, вроде был. Так. Тут опасно, что-то я сомневаюсь. Рискую жизнью. Упала Лара Крофт. Давай, все. Подожди. Давай, 4, 6, 9, 3, 1, 9, 1, 9, 1, 1, 6, 3, 1, 7. Сейчас иду к выходу. Если я не путаю. Не, по-моему, путаю еще пока. Еще не совсем выход. Так. Нет, я не на том месте, видимо. Я спутал что-то. Блин. Или на том месте был до этого. Сейчас надо вспомнить. Чекпоинт. Что-то сомневаюсь. Не, по-моему, не на том месте. Блин, еще упала. Дура. Я не туда пошел. Надо к выходу. Я как раз на выходе был. Ближе к выходу, но этого не заметил. Нет, нет, нет. Там тоже нет. Хотя, может, и есть, есть, да. Нету, нет. В общем, я знаю, где выход, но я перепутал случайно.
Да, забыл, что тогда мне казалось. Что. Ладно, придется так делать. Так, так, и все. Подожди, отсюда. Вот синие двери, они все похожи. Поэтому я перепутал. Сейчас я на правильном пути. О, еще этот. А вот. Сейчас найду все талисманы. Сейчас интересно, что ты сделал. Вот как раз здесь и ближе к выходу. На самом деле это хороший результат. Так, вот все. Ближе к выходу теперь я. Сейчас только. И все. Идем туда. Так, так. Здесь я помню, оружие надо готовить. Вот 10-й все. Мы нашли все 10. Лара говорит. Жаклин Матло, я действительно не верю в это. Но вот ты где, Натла? Лара, мой старый друг, что привело тебя сюда? Лара. Я никогда не думала, что скажу это, но я пришла, чтобы освободить тебя. Матла. Освободить меня? Это совсем не, на тебя не похоже. Так что ты просто собираешься подготовить меня к свободе? Как же так? Лара, есть несколько условий, конечно. Натла, условий? Лара, да, первое заключается, что вы поехали со мной в Арктику и поможете мне. Следующее условие состоит в том, что вы работаете со мной, чтобы поднять змеи Мингарда. Натла, арктические змеи Мидгарда, наши пути пересекаются. Снова вместе, Лара. Я думаю, у меня нет выбора. Показывай дорогу.
теперь ключ, который нашел, последний ключ, он самый нужный здесь. Лара. Я должна найти, Лара говорит, я должна найти ее и остановить все, что она задумала. Сделать. Ну, теперь к выходу. Сблокировалась дверь и вполне может зайти туда. Не, хоть остановить запись, но я хочу сделать паузу. Лара. Привет, Зип. Я только что нашла перчатку Тора и наручники, что ли, там что-то. Наручник переводилось автоматически. Зип. Работайте, учитесь. Дальше больше ничего. Вара. Я передала ключ Газали в Торн наручники и перчатки и получил приятный сюрприз. Они легко подходили друг другу и сделали нечто вроде рукавицы. Зип. Умный ход. Из информации, которую я получил, это похоже, что перчатки Тор мог бы сдвинуть горы, используй силу, он понимает, так что будьте осторожны. Если вы наденете его, он будет нести постоянный заряд, но, вероятно, его нужно будет регулярно доливать. Следи за румяными стомами, но я не понял. Перевод румяными стомами. Это единственные вещи, которые обеспечат такое количество энергии. Лара, я буду присматривать за ними. Лара. Эй, Зип, я нашла Матла, но она перешла мне дорогу, чтобы сбежать. Зип. Аманда злится, что ты вынудила Натла, выпустила Натла и испортила ее планы. Лара. Я рада, что расстроил ее планы. Где ты? Где же Натла? Зип. Я больше думаю о ее змее Мидгарде, и у меня ужасное предчувствие, что она играет с Амандой в свою собственную игру. Лара, что ты имеешь в виду? Зип. Зип, кстати, переводится машинным переводом как застежка. Застежка молнии. Зип. По-моему, даже была такая застежка. Зип, сейчас она в своей демонической форме и отчаянно пытается вернуть прежнюю власть. Она хочет, чтобы цивилизация вернулась на ту стадию, на которой она правила 1000 лет назад. Лара, змей Мидгарда. Зип. Извини, Лара. Похоже, твои поиски твоей матери, возможно, придется отложить на некоторое время. Лара. Ты прав, Зип. Но не может это
произойти так легко. Может это быть так легко. Zip. Тебе лучше отправиться в Арктику до того, как туда доберется Матла. Получается, она своими силами. А я как раз тогда думал, когда проходил эту игру, что это Натла ее перенесла. Оказывается, она своими силами дошла до Натла. Лара. Хорошо, как она получит мою всю гибрид местность готова. Это автоматический перевод. Я не могу понять, как перевести его. Хорошо, как она получит мою карту, что я готовую. Zip. Ваш атташе будет ждать вас. Лара. Что за мир без тебя, Zip? Ладно. Катакомба 2 завершена. Да. Zip. Лара, теперь у тебя есть Тор. Перчатка. Помнит тебя. Кэм. Перемещайте более тяжелые предметы блока, а также используйте их как мощное оружие. Тебе нужно представить голову, ну вот, подставить голову под молот Тора. Но имеется в виду не Ларе голову подставить под молот Тора, а скорее всего и змей Мидгарда или еще что-то. Ну, со временем узнаем, когда пройдем игру. Все, убили. Так, ну сверху там статуэтка, скорее всего. Или лечилка. Да, статуэтка. Ладно, пойду за статуэткой вначале. Еще неизвестно, пойду дальше за ней или нет. Ё-моё, опять я упал. Ну ладно. Потом разберемся. Это как эликсир, что ли, который заряжает перчатку Тора. Zip об этом говорил, что надо следить за
с зарядом. Ключей у меня нет. Да, блин. Здесь инвентарь надо использовать перчатку как раз. Все, дверца открылась. Не помню, зачем она нужна, дверца. А, чтобы открыть другую дверь. Понятно. Надо сразу оружие взять. Вот такое вот мощное оружие. Одним выстрелом убил. Вторая статуэтка. Это сейчас клетка. Наверх может подняться. Блин. Все. Ключ. Тоже надо глыбу. Какую-то. Переместить. Скорее всего, наверху будет. 6, 1, 3, 1. 7. Вот все, так, добрался. Теперь надо так, так выбыл. Видимо, глыба пониже будет. Да, вот пониже глыба. Сюда надо переместить. Да-да-да, и инвентарь сменить на руку. Все, зеленый ключ доступен. Ладно. Инвентарь поменяю заранее, чтобы случайно не взять. Не выстрелить. Ну и, кстати, внизу есть чем-то. Есть враг. Здесь враг и еще что есть. Красный ключ. А у меня красного ключа пока нет.
Нужен красный ключ и враг. Ну, все так просто, в общем. Хотя, когда проходил с комментариями, было непросто. Этот уровень не казался простым. Ну, давайте вверх. Так, идем дальше. Ну, тут разницы не было. Так. И все. Открываем ключ. А, у меня же зеленый только ключ. Ну, ладно. Имейте в виду, что нужен красный ключ. Будем иметь в виду, что мне красный, а нужен зеленый. Кстати, откуда? Так, понял откуда. Меж зеленый, да? Ага, зеленый. Зеленый значит зеленый. Так, стрел. А тут ничего. Если упаду, тоже ничего не будет. Там головоломку надо решить. Чтобы открыть дверь и взять красный ключ. Так, я взял ключ. Как раз подходящий. Но еще следует что-нибудь возьму. Вот еще ключ есть. Просто неизвестно, еще я зайду туда или нет. Ну все, я отошел. Там. Блин. Нет, не вращал это. Просто я хотел вниз переместиться. Блин, я не вращаю его. Я вниз пытался переместить.
А теперь мне нельзя ошибаться. Скорее всего, так. Блин, и все, я проиграл. Все. Еще раз. Я случайно нажимаю там. Так. Вода. Это понятно, куда идет вода. Где вниз. Теперь надо его в него. Блин, еще. Блин. И сюда. Сюда. Да. Все, у меня два ключа есть. Теперь я могу уходить сюда. Все. Теперь иду. Так, зеленый. Теперь надо найти выход. Так, да. Я ниже спускался, вроде и там было это самое. Здесь, по-моему. Какого-то цвета. Еще раз. Да. Два ключа. Чуть-чуть остановил свои жизненные силы. Так, вот внизу. Опять А. Надо, кстати, поменять инвентарь на пистолет. Блин, боюсь. Так. На статуэтка. Блин, надо восстановить жизнь.
Не хочу перепроходить. Здесь нет ничего. Ё-моё, ё-моё. Чуть не погиб. Эликсир для перчатки Тора, который надо следить за запас энергии. Пистолет на всякий случай. Решить загадку надо. Задача. Так. Здесь. Блин, все запутано как-то. Вот это может вот так быть. Вот это может так быть. Вот это так. Так быть. Вот это так. Значит, этого чуть не подумал. Так, все. Три часа неплохо время. Три часа. Так, я откуда шел, я уже забыл. Туда и шел, по-моему. Ладно. Чекпоинт. Чуть-чуть не дошел. Так. Ну, здесь я понял, просто дойти надо. Так, так, так. Здесь ничего нет вроде. Ну, на всякий случай прыгну. Не показалось, нет, показалось просто. Я отсюда шел, да? Это там, наверху, что было, я же забыл. Ну, забрал то, что там было. Ничего там нет сейчас. Там глыба, а там тоже, наверное, все взято. Так что исследовали, взяли. Все. По-моему, синий ключ остался. Сейчас инвентарь проверю. Синий ключ, красный, чтобы открывать. Еще три. Я в полной коллекции. Да, я понял.
Понял, я понял, понял. Руки. Сначала так перенесу. Потом повыше и прыгну. Я просто не все же изучил там. Не все локации там. Что-то мог пропустить. Туда не ходил. Инвентарь. На всякий случай лучше пистолет. Я отсюда шел. Вроде бы отсюда шел. Я читаю, да. Нет, здесь яма. Чекпоинт должен быть здесь был. Так. Зеленая дверь. Заходил, не заходил, что-то не помню. Сейчас вспомним. Раз. Открыто, наверное, заходил. Да, заходил. Так. Если я там заходил, там был. Где я не был, то я чуть не понял. Чекпоинт перед смертью. А назад можно идти? Я скажет, что вы хотите выйти. По-моему, назад. Да, это назад. Так. Еще выше что-то есть, что ли? Или я что-то не понял? В принципе, откуда я шел, то, наверное, и были эти. Так, откуда шел? Там, скорее всего, и было все. Откуда шел? Нет. Мне опять надо
пойти туда, где я был. Или здесь. Допустим, здесь. Я что-то не нашел, не открыл, видимо. Если здесь не будет, то в другом месте. Тем более там есть несколько дверей, и одна из этих дверей будет вести туда-то и туда-то. Да. Здесь нет двери, значит, здесь делать нечего было. Единственное, вот эта верхушка что-то подозрительная. Ну, это кнопка. Ну, понятно, она сработала, так что поэтому она не будет работать. Поэтому здесь делать нечего. Изучили. Давай, 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 спускайся так. Нет, этим просто надо прыгать. Так, ну понятно, все просто. Так, здесь делать нечего, значит. Там что же, по-моему, делать нечего было, да? Нечего было делать. Единственное, это вот эта часть. Там, видимо, есть уже окончательно. Может сверху, может. Ну, там локация, все зависит от локации. Так, ну наверх, допустим. Я не помню, что там наверху было. Не помню, ничего там было делать. Да, нечего было делать, зря сюда пришел, потратил время так. Поменьше. Поменьше нет. Чуть-чуть подлечусь. Пойду туда. Красная дверь. После красной двери. Так, после красной двери. Mm.
Ну, я должен найти все-таки. Я почти все нашел, я не знаю, где еще что искать. В общем, запись остановилась из-за того, что предел записи был. Ну, видим, какой-то там предел настроен. Не моя вина это вообще. Так-то я хотел целиком записать, но, видимо, здесь не получится целиком. А вот и синяя дверь. Синяя дверь, так. На всякий случай расстрелял просто все. Ну, пока я там спрятался. Кстати, напоминает Battletoads и Double Dragon, как они там спрятались в первом уровне. Самолете. Так. Конечно, теперь я не буду знать, сколько я записываю времени. Ну, примерно там, наверное, 2 часа достигло, и поэтому 8. Еще 2. Две статуэтки еще надо найти. Да, помню, этот охранник, он просто охранял без всего, без какой-либо цели. Неужели уже конец уже? Еще одна статуэтка осталась. И чилка. Тут, чтобы открыть, нужно сдвинуть глыбу. А еще часть молота Тора надо. Это голова молота Тора. Зип. Лара, Зип, я нашла голову Тора, ну вот это, от топора, от молота Тора, и взяла и надела на рукоятку Тора, от молота Тора, и сделала молот Тора. Хорошая новость. Змеи Мидгарда что-то там возьмешь и уничтожишь, и сломаешь серпент. Перевод у меня был.
снова Натла и... Вот жалко, конечно, у меня была запись, я потерял ее. Я ее записывал, но не помню, куда записывал. Удачи. Но это еще не все там. Это же дверь, по-моему, открыла, да? Не помню, куда я записывал. Сообщение с Амандой, командой Аманды, пара. Это тоже я переводил. Должен остановить Натлу, чтобы она не активировала змею Мидгарда, Дип говорит. Кстати, я в инвентарь какой пустой, наверное. Мне кажется, я там оставил. Не до конца не собрал. Да, всего лишь одна рана. Подумаешь. Ну все, чисто из-за... Я так быстро прошел сейчас, но чисто эти паузы всякие не нужны. Красный ключ. Нужен красный. Почему? Можно же... Зачем не спускаться? Это как запутывает. Это турникет. По-любому здесь будет зомби ждать. Нет. Красный. У меня нет ничего. Здесь синий что-то показался. Или зеленый. Плохо в темноте вижу. Или зеленый, или синий. Так. А тут можно безопаснее пройти. А еще этот враг есть. Ну ладно. Потом застрелю.
Туда еще может зайти. А, синий, значит, синий был. Красный и синий получается. Сразу две зомби. Так. Да, точно. Что-нибудь откроется? Нет. Сейчас для себя. Нет, не то оружие. Там, по-моему, больше ничего не было. Так, можно посмотреть. Красный ключ нужен. А у меня нет ключа. Да-да-да-да, понял. Ну, со временем найду ключ. Шестой. Туда надо пойти. Ну, здесь я перевод примерно помню, что скоро начнется землетрясение. Новость пришла, что скоро здесь начнется землетрясение. Натл там начинает уже свою работу. О, нет. Я вообще просто так нажимаю, не знаю. Там. Так, не так пойдет. Так. Здесь пошло. Еще пошло. А еще один остался. Все. Блокировали. По-моему, рядом должна быть еще красный ключ.
Рука. Просто знаешь, что рядом должен быть. Подлечиться надо. Побольше аптечку. Ну, можно сказать, на одном дыхании прохожу эту иглу пока. Я же отсюда, по-моему, вышел, да? Если отсюда, то... Я еще тут, там не был. А, там я был. Все. Все, значит, все изучено. Попробуем пройти. Сколько мне осталось? Вот красный. Так, красный нашел. По-моему, там было где-то. Где я сохранился? Красный есть у меня, нет? Нет, еще пока нет. Пока... Там не было так красного. Чуть не помню. Красный ключ где был? Попробую спуститься отсюда, что ли? Нет, ничего нет. Молодцам, главное, наши ключи. Почему? А. Она же не ударилась. Здесь, наверное. Да, точно здесь же. Здесь. Инвентарь, рука. Все, вспомнил.
Так, спускайся. Вот все. Я нашел. А нет, еще рано. Пистолет лучше использовать. Не стоит тратить. Седьмой. Эй, забыл сосчитать, сколько у меня осталось. Сколько я собрал. Различных. Тут, наверное, тоже внизу будет. А внизу ключ. Ключ — это хорошо. Чекпоинт. Ничего себе, двое сразу одновременно. Сейчас пятый листок. Удачно. Здесь, наверное, тоже будет. Да-да-да. Еще одна стрелка. Еще две остались. Понятно. Задача небольшая. Так. Нет, нет. Вот так вот. И еще. Все. Ключ у меня есть, но статуэтка еще осталась одна. Ну да, это последняя десятая статуэтка всего осталась. Ее возьму. А нет, девятая еще осталась. Ну там, наверное, осталась. Ладно, открою. Я готов. Натла. Лара, вы здесь, чтобы свидетельствовать мою верность к власти? Я так долго ждала этого момента, и доверчивость твоя представила мне такую возможность. Лара, что ты делаешь? Мы должны оставить Мидгард Змея. Натла. Прекратить это? Нет. Лара, не стой мне на пути. Мое возвращение к славе и власти наконец наступило, и я не позволю никому остановить меня. Лара, ты убьешь миллионы невинных людей. Ты должна остановить это. Натла, иногда жертвы должны быть, и ты будешь моей матерью, которая умрет, если ты помешаешь.
Ну, жертвы должны быть, и твоя мать умрет, если ты помешаешь. Лара, но я не собираюсь оставаться здесь, чтобы позволить тебе уничтожить мир. Натла, тогда ты умрешь. Ну, воспользуемся этим оружием славным. Все, наконец-то. Подзарядились. Кстати, сколько у меня инвентарей? 9. Одну не нашел. Ладно. Лара. Ну, используем молот Тора. Ударяя об землю, чтобы крушить. Так. Вот молот Тора. Ну, тут инструкция, как там нажимать. Блин, слишком близко был. Ладно, у меня с первого раза никогда не получалось. Я понял тебя. Молтора. Она разбегается и... Да вот опять она разбежалась. Вот самое сложное, то, что она разбегается. Да, я понял. Нет. Причем надо последовательно нажимать. Если последовательно не нажимать, то обратно кнопки восстановятся. Даже чуть-чуть у меня галлюцинация была, то что сверху как будто тоже. А вот этот молот показался. Это не галлюцинация просто. Справа сверху показывается молот. Я ж испугался, подумал, галлюцинации. И да нет, тогда что-то у меня со второй попытки что ли получилось. Ладно, может, с третьей попытки получится на этот раз. Сразу же молот. Сообщение, ну понятно там. Сейчас все. Нет.
Причем надо все разрушить, все кнопки. И спешить не надо. Ничего себе, она обычно убивала. Ну, рана, конечно, не смертельная, но я обычно привык, что эти столбы с шипами сразу убивали. Тут можно сверху, чтобы не рисковать. И сразу последний удар. Все. Лара, Зип, у меня есть хорошие новости. У меня есть мама. У меня жива мама. Чтобы это сделать, я уничтожила змея Мидгарда. Чтобы это узнать, я уничтожила змея Мидгарда. Зип, отличные новости. Что случилось в Лос-Анджелесе? Тут написано, отличная новость, что... С Натлой. Лара. С ней произошел небольшой несчастный случай. Я не думаю, что она вернется, по крайней мере, на какое-то время. Зип. Отлично. Что ж, она не будет потерянной. А как насчет Аманды? Лара. Без понятия. Твое предположение так же верно, как и мое. Похоже, что она сдалась. Зип. Похоже, не хочет бороться с тобой. Лара. Я все еще с нетерпением жду возможности когда-нибудь отплатить ей тем же. Я расскажу тебе все об этом позже. Здесь холодно. Есть какие-нибудь шансы организовать вертолет, чтобы забрать меня? Зип. Будет. Уже в пути. Теперь иди к выходу. Лара. Thanks, Зип. Спасибо, Зип. Мне надо жизнь, ну, вот это, восстановить жизнь, потому что камни будут падать. Ну, хотя бы так. И удачно перепрыгнуть надо. Ну, вот. Подожди-ка, это какой будет 10-й? Вот 10-й, все значит, все нашли. Выход. Лара. Хорошо, Зип, я вышла. Зип. Рад, что ты в порядке, Лара. Увидимся, когда ты вернешься домой. Лара. Возможно, я смогу продолжить поиски моей матери. Avalon. Level completed. Time trial unlocked.
все. Всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Надеюсь, то, что вам понравилась игра. Игра интересная, стоящая. Так-то я прошел бы его пораньше, если бы не всякие паузы. И поиск этих вот. На листе переводов. Ну, надеюсь, вам понравилось. Если что, пишите, что вы думаете о том, что я через переводчик переводил автоматически. И что не всегда там у меня бумаги. Писал то один перевод, то другой. Возможно, я еще закину видео с прохождением первым моим для YouTube, который я снимаю. Ну, тоже неплохое прохождение, но более длительное. Ну, ладно, все. Всем пока, всем спасибо за внимание. Кстати, вот... Перед тем, как выйти, я покажу. Так. Ну, пазл, это пазл, просто решение пазлов. Тайм-триал, это как раз тут и показывается вот эти уровни, которые я проходил. Это на время прохождения. Ну, типа спидрана. Ну, about, если что, если я вдруг не показывал. Вот. Игра интересная, игра хорошая. Ладно, все, всем пока.